Зачем ты нос трогаешь? Всем привет! Сегодня у нас, правда, уже достаточно поздний блок, уже почти час дня, даже не почти, уже час дня. А мы сейчас... Яра просто пока сидел, играл. Что? Ну, здесь потом надо будет разобрать, Яра, твой стол отсюда убрать, чтобы стол разобрать. Это же не так все работает. У Яра все, быстрее играем. Мы игру подарили, и вот он теперь у нас... Очень срочно хочет. Я хотела показать, вот знаете, как все равно у всех подростков эта проблема. А здесь у ребят еще больше проблем, то, что он, в принципе, не дает выдавливать вот эти все черные точки, да. Чистить лицо сложно, а в то же время, в принципе, ну, нужно, потому что ребенок растет, подросток. Яр, пока не трогай, дай сохнуть. Вот, и поэтому хотела сейчас показать. Я вот такими полосками пользуемся. Они продаются в Летуале, в принципе, бывает на скидках, мы вообще брали что-то. Что случилось у тебя, Яр? Полоски, они, короче говоря, где-то, по-моему, 8 или 13 рублей, по-моему, мы брали на скидках. Они бывают в упаковках их больше. А иногда у них бывают акции, они вот их штучно, мы потом взяли побольше их. Ну, по-моему, 10 штук, что ли, брали. И вот сейчас я намазала, потом я вам поставила. То есть там сначала мочишь нос и клеишь. Я себе тоже сейчас сделаю, потому что нам сейчас надо уходить на встречу с Ярой. Я буду быстро краситься. Перед этим сделаю себе. Яр, мы сейчас уходим. Придем, будет все у тебя. И вот у Ярика тоже. Вот она должна теперь все просохнуть. Перестань. Стой, зачем ты трогаешь? Ты вот трогаешь, оно... Оно должно высохнуть вот так вот. Мне потому что самые основные места вот эти. Очень. Сиди спокойно. Успокаивайся. У нас игру ему подарили. Я вам показывала этот на Новый год с сайта. Вот. Игра у него в подарок. Купили мы ему. А вот он теперь хочет. Ее очень-очень хочет. Но я ему сказала, что Яр, подожди. Вот тут, видите, вот здесь вот он тронул. Пожалуйста, оно должно высохнуть. Когда оно высохнет, у него совсем другой эффект. Так, Андрей там пылесосит. Сейчас у него что-то все зубы все болят. Страдает. Я сейчас себе тоже сделаю. И мы потом пока уйдем. Ну, когда буду снимать, покажу. Хорошо, Яр, найдем. Так, оно пока сохнет, я покажу свой нос. А вот у меня нос, кстати, видите, ну это все-таки подростковый нос, она намного лучше, у него полностью нос. У меня не все, но она прям вот стягивает и подсыхает. Когда подсохнет, она будет 100 раз лучше. Сим, твоя голова где? Сим. Сима, ты где спишь? Кстати, хочу вот это показать. Вот эта штучка. Она, кстати, на самом деле и по запаху все. Я, кстати, до этого тоже покупала такого же типа. А, то, что с коллагеном. Вот, честное слово, волосы, да, лучше. Суставы, вот пока не знаю. Я не могу сказать, что прямо у меня вот суставы перестали. Колено, кстати, лучше намного, но боль. Ну, может, конечно, без него было бы еще 100 раз хуже. Ну, как там пишут в отзывах, что сразу прямо вот после первого раза все перестало хрустеть, болеть. У меня щелкают суставы все равно. Щелкают и подбаливают. Но пью. Еще у меня сейчас пока только, по-моему, 4-й раз. Ну, такое густоватое получается. Так, на одном дыхании можно выпить, честно говоря. Ну, эффекта прям вау-вау, пока не вижу. Такой вот, как вот от этого. От этого, кстати, артилак, вот этот сплет. Артилак для глаз гиалуронка. Ну, вот от этого эффект, да. Вот от него прям, знаете... Ремонт? Ну, мы сейчас сходим, придем, и будет ремонт у тебя, я же тебе сказала. Вот от него я когда, кстати, капаю в глаза, оно... И вот эта вся, как, знаете, пыль, что ли, какая-то, песок, как будто в глаза, он проходит. Правда, вот я проморгаться надо.
Особенно если я делаю на ночь, то утром вообще раньше я говорю, я подняться не могла с утра, потому что оно сразу было очень так все болезненно. Ой, прям глаза болели. Сейчас глаза намного меньше болят. Мы уже все встретились уже. Яра получил подарочек. А. Алло. Сейчас зашли в 4 лапы, купили симки. Вот этот зоник. Кстати, очень классный. Он и запах хороший, да, и он... Ну, ей нравится, по крайней мере, она с ним удобно пользоваться. Туалет, наполнитель без запаха. Сейчас идем, идем. Яра хочет пятерочку пошариться, немножко там походить. Пойдем прогуляемся. Потом домой. Все, начинает. Пришли за этим, у нас как всегда. А зачем тебе? Что будешь, суши делать что ли? Не знаю, Мика уехал, я его сделаю. Посмотри, 1+1, я не знаю, надо нам? Давай. Что? А, ну возьми, пускай будет, все равно идем. Только аккуратно, там бананы не по... Его надо поднять будет это. Хорошо, сейчас я подниму банан. Пожалуйста, я, чтобы не было этого. Нет, это не овощи, ремонт. Назад. Идет? Может, внизу? А что внизу? Ага. Вот. Вот. Молодец. В сторону. И, пожалуйста, слюни глотай. Угу. Чтобы это было. Это что? Типа получай карту, сканируй. А у меня есть электронные. Да? А у меня есть магазин. Ну, такой же, да, у меня есть. А у нас теперь разные, да? Так, смотри, Тань. Яр, пожалуйста. А, во. Нашел? Все, убирай. Молодец. Мам, после ада, давай дальше. Вон он, внизу, Яра, внизу. Внизу, Яра. На Б. Угу. Чем ты подсказываешь? Я же сам знаю. Еще раз. Нашел? Нет, только не фасованный. Не, да, молодец. Авокадо? Стой, здесь надо написать авокадо. Пойдем, должно быть. Хаус, да, хаус. Или? Девушка поможет. Угу. Он только один вариант. Просто это будет хаус или они одинаковые? Не, они сейчас в одном. А, просто они в разных кучках были, да? А, в разных кучках. Не, ну там продажи, они разные. Угу. Это разве? Ага. Молодец. Что ты сказал? Мандарин. Но мелкий. Он. Мелкий. Угу. Ты сильнее нажимай. Все, молодец. Убирай. Иди штрих-код.
Вот тяжело, как хотел. Что? Нет, ты шоколад уже взял. Ты уже две штуки вон взяли, уже пробили. Давай. Давай еще. Ну? Никак? Подожди. Все, давай. Давай, а? Надо платить? Ну, давай. Давай, быстрее. А, пакет нет. Надо пакет, нет. Нет. А. Все, там было два яйца. Сейчас я подожду. Не спеши. Ага, я подожду. Я, пожалуйста. Я держу. Сниму. Да. Сейчас мы на электронный перейти. Что-то не то он. Что-то они как-то неправильно. А, банка, да. Ну, а вот, это прикольно. Да. Молодец. Ну как, уставший, но довольный, да? С все подарочком. Все свое несу с собой. Молодец. Что? Хорошо, иду я, давай. Мне еще коляску поднимать. Давай. Так, мы уже дома. Сейчас кушать садимся. Я себе положила гречку с овощами, с мясом, немножко капуста. Патиссоны купили, мне, кстати, нравится, так они взяли баночку. У меня чеснок. Вот. И сметана с чесноком тоже. У Андрея все то же самое, только без чеснока, он не любит чеснок. А Яра, посмотрите, что у нас кушает на обед. Чеснок. Все, сел хрустики, ну ладно, дом поест, потом у него суп. Ну или же гречку тоже с нами будет кушать, посмотрим, как получится, как пойдет. Потому что он шел, хотел именно кушать, поэтому сидит, хрумкает.